всех на канале Путь Инвестора, с вами Артем, и в этом ролике вы узнаете 5 лучших дивидендных акций на долгосрок. Я отберу для вас самые надежные бумаги, в которые абсолютно не страшно инвестировать свои деньги. Какие же преимущества мы имеем, инвестируя в дивидендные акции? Первое преимущество – мы создаем себе денежный поток, потому что эти компании выплачивают ежеквартально процент от собственной прибыли. Второе преимущество – это психология. Вам не страшно будет сидеть в таких бумагах даже в период длительной коррекции. Почему? Да потому что эти компании продолжат с вами делиться частью своей прибыли. А компании я вам подберу именно такие, которым кризис не страшен. Возможно, вам будет также интересен мой ролик, который я сделал совсем недавно, об 5 лучших акциях на всю жизнь. Ссылку оставлю вон там. Ну а теперь давайте начнем. Первая компания – это фармацевтический гигант компания Merck. Капитализация компании составляет 186 ярдов, платит дивиденды в размере 3,5%. На данный момент компания оценивается в 26 годовых прибылей, будущий P/E 10.41 говорит о том, что прибыль будет расти. Соотношение долга к капитализации 1.26 – серьезный показатель, но не угрожает никак компании. Gross margin 68, чистая маржинальность 14.7%. Прибыль на одну акцию в этом году прогноз 10%, в следующие 5 лет 9%. По прогнозам аналитиков Simply Wall Street, к 2025 году у нас дивидендная доходность будет составлять 4,6%. У компании Merck огромный пайплайн. Это количество молекул на разных стадиях клинических исследований, которые могут стать потенциальными коммерческими препаратами. Коммерческих препаратов у компании также много. Есть супер-блокбастеры, например, Кейтруда, которая в 2019 году сгенерировала 11,12 миллиардов долларов США и по прогнозам к 2026 году будет генерировать почти 25 миллиардов долларов. Компания Merck является лидером по затратам на исследования и разработки. За 2020 год они потратили на это 13,5 миллиардов долларов. По прогнозу к 2026 году они также по этому показателю окажутся среди лидеров. При выборе дивидендных акций очень важно обращать внимание на безопасность и выплату этих дивидендов. Так вот, у Merck она на максимальном уровне 99. Рост оценивается как средний 6,6% в год. Merck тратит около 40% прибыли на выплату дивидендов и повышает эти дивиденды 11 лет подряд. Цена за одну бумагу сейчас составляет $74.60. 2017 года выручка выросла с 40 ярдов до 48 почти. Сайт TipRanks присваивает Merck максимальную оценку в 10. Также сайт дает рекомендацию сейчас ее к железной покупке, указывая диапазон, что максимальная цена будет к 2022 году $105. А минимальная цена будет $79. За последние 5 лет индекс S&P 500 вырос на 115%. Акции Merck за это время всего лишь на 62%. Если резюмировать, то Merck является одним из лидеров в секторе здравоохранения США. Болеть мы не перестанем, нам нужны будут препараты, а у Merck с этим все хорошо. Поэтому, думаю, у этой компании не будет проблем в будущем. Вторая компания в нашем списке – это Procter & Gamble. Она имеет 23 бренда, которые генерируют более 1 миллиарда долларов. Они на ваших экранах, это бренды, такие как Tide, Comet, Duracell, Braun, Pantene Pro-V, Oral-B, Tampax, Old Spice, Gillette, парфюм Hugo Boss и многие-многие другие. Компания относится к сектору Consumer Defense и с капитализацией 305 миллиардов долларов уступает по этому показателю только Walmart. Компания платит дивиденды в размере 2,47%. P/E 24, будущий P/E 21, прибыль будет расти. Соотношение долга капитализации 0,66. Прибыль на одну акцию в этом году 6,3%, следующие 5 лет 9,13% в год. Gross margin 51%, чистая маржинальность 18,40%. По прогнозам аналитиков и Simply Wall Street, к 2025 году дивидендная доходность достигнет 3,3%. Дивиденды Procter & Gamble в максимальной безопасности, рейтинг 99. Рост дивидендов средний 6% в год. Цена за одну бумагу составляет $128. Выручка за 2017 год составила 65 ярдов, в 2020 году. 71 ярд. Сайт TipRanks присваивает оценку Procter & Gamble 9, дает рекомендацию к умеренной покупке и устанавливает диапазон цены в самый низкий $130, самый высокий $169 к марту 2020 года. Procter & Gamble является дивидендным аристократом и повышает дивиденды 64 года подряд. В среднем 5-летний рост составляет 3,5%.
на выплату дивидендов он тратит 55% от своей чистой прибыли. Индекс S&P 500 за последние 5 лет вырос на 115%, а Procter & Gamble всего лишь на 81,6%. Компания обладает крутейшими брендами, является лидером рынка в различных сегментах, при этом являясь одним из крупнейших рекламодателей. Думаю, в будущем ничего не изменится, и у компании все будет хорошо. Третья компания, также из сектора здравоохранения, это Johnson & Johnson. Бизнес этой компании я довольно подробно разобрал в ролике «5 акций на всю жизнь», ссылку оставлю вон там. Поэтому сейчас остановлюсь только на дивидендах. Компания выплачивает дивиденды в размере 2,53%. Эти дивиденды супербезопасны, рейтинг 99. Johnson & Johnson является дивидендным аристократом и повышает выплаты в течение 58 лет. За последние 5 лет эти выплаты выросли на 6,13%. Компания тратит на выплату акционерам 42% от своей чистой прибыли. За последние 5 лет индекс S&P 500 вырос на 115%, а акции компании Johnson & Johnson на 69,5%. Бизнес Johnson & Johnson отлично диверсифицирован, то есть разнообразен. Часть своей выручки компания генерирует с помощью потребительской продукции, часть с помощью медицинского оборудования, а часть с помощью фармацевтических препаратов. Сочетание этих факторов делает бизнес Johnson & Johnson почти неуязвимым, и ваши дивиденды будут в полной безопасности. Четвертая компания в нашем списке – 177-миллиардная PepsiCo. На этой компании также останавливался в своем предыдущем ролике. Смотрите ссылку на этот ролик внизу в описании. Сейчас разберем только дивиденды. Итак, платит она их в размере 3,7%. Они очень безопасны, рейтинг 93, средний рост 7,1%. Это третий подряд дивидендный аристократ, который повышает выплаты 48 лет подряд и тратит на эти выплаты 67% от своей прибыли. За последние 5 лет индекс S&P 500 вырос на 115%, а PepsiCo всего на 52%. Бизнес компании отлично диверсифицирован, то есть разнообразен. PepsiCo обладает отличными брендами, которые генерируют огромную выручку. В России бизнес подразделяется на 4 категории – напитки, соки, снеки, и отдельно идет молочный бизнес, так как PepsiCo владеет компанией Wimbledon, обладая там ключевыми брендами, такими как «Домик деревни», «Чудо» и «Агуша». Бизнес компании очень стабильный, и дивидендным выплатам ни сейчас, ни в будущем ничего угрожать не будет. Ну и наконец, последняя компания в нашем списке – телекоммуникационный гигант Verizon. Капитализация 225 ярдов, выплачивает, внимание, 4,5%, P/E 12,94, будущий P/E 10,74, соотношение долга капитализации 1,9, прибыль на одну акцию в этом году 2%, в следующие 5 лет 2,8%. На gross margin 60%, чистая маржинальность компании 13,9%. По прогнозу аналитиков Simply Wall Street, в 2025 году выплата составит почти 5% в год. Дивидендная безопасность Verizon очень высокая, рейтинг 87. Рост дивидендов очень медленный. Дивиденды растут 8 лет подряд. Компания тратит на их выплату почти 50% своей чистой прибыли. Как видим, такие выплаты не случайны, потому что за последние 5 лет индекс вырос на 115%, а компания Verizon на 32% всего. Эта бумага интересна еще тем, что последние 2 квартала ее активно набирает Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. За это время они купили акции на 8,6 миллиарда долларов США. И сейчас с долей 3,2% от портфеля она находится на 6-м месте. Сайт TipRanks присвоивает этой компании рейтинг 9 и выставляет ей диапазон до марта 2020 года низ 57 долларов, вверх 66 долларов. По Verizon можно сказать, что если вы хотите получать высокие дивиденды уже прямо сейчас, можете смело инвестировать в эту компанию. Вы спросите меня: «Артем, а почему ты в свой рейтинг не включил такую компанию, как AT&T, которая выплачивает 7%? А вот почему. Потому что дивидендная доходность не самая безопасная, рейтинг всего лишь 65. Также в подобных рейтингах можно встретить компанию ABV, но, как вы видите, она также не совсем безопасная. Именно поэтому в моей подборке только надежные и супернадежные дивидендные акции. Также я хочу сделать для вас подборку быстрорастущих дивидендных компаний, поэтому обязательно подписывайтесь. Если же этот ролик был вам полезен, то обязательно поставьте лайк. Если нет, можете поставить дизлайк. Всем спасибо за внимание. Всем пока.